Этим утром я расскажу вам о том, как правильно выбирать натуральный мед. Информации будет достаточно много, но для начала запомните. По-настоящему натуральным является только тот мед, который собран и произведен в исключительно естественных природных условиях. Если вы хотите наслаждаться душистым, вкусным и полезным медом, содержащим около 500 полезных для организма природных компонентов, следует научиться его выбирать. Итак, отправляемся на рынок или в магазин и дегустируем. Жидкий мед бывает только в течение месяца после медосбора, который длится с конца июля до конца сентября. К концу октября весь собранный мед начинает кристаллизоваться и густеть, кроме меда из акации и вереска. Поэтому, если зимой вам предлагают на рынке жидкий мед, скорее всего, он был растоплен или разбавлен глюкозным сиропом. Помните, что при нагревании меда до 40 градусов и выше он теряет все свои ценные свойства и превращается в обычный сладкий сироп. Для проверки натуральности жидкого меда окуните в него ложку и поднимите вверх. Качественный мед будет неторопливо течь вниз длинной нитью, а если она порвется, то на поверхности меда образуется горка, которая будет медленно растекаться. Фальшивый мед быстро льется с ложки и разлетается с брызгами. Можно накручивать мед на ложку. Если он ложится ровными складками, значит перед вами не подделка. Пенистость меда с пузырьками газа на поверхности свидетельствует о процессах брожения, которое начинается, когда объем воды в меде превышает 20%. Мед может забродить и после нагревания, так как высокие температуры нарушают его структуру. Обязательно нюхайте мед и пробуйте его на вкус. Он должен обладать душистым запахом и характерным вкусом, который невозможно ни с чем сравнить. Отсутствие аромата говорит об искусственном происхождении меда, а карамельный привкус свидетельствует о том, что мед подвергали воздействию высокой температуры. Цвет меда не является показателем его качества, поэтому белый мед не значит сахарный, а темно-коричневый цвет не говорит о присутствии в меде патоки или сахарного сиропа. Существуют способы более детальной проверки качества меда в домашних условиях. Некоторые хозяйки растворяют мед в воде и капают люголь или йод. Посиневший раствор говорит о том, что в продукт добавлен крахмал или мука. Более любознательные эксперты устраивают на кухне настоящую химическую лабораторию. Но этого можно избежать, если брать мед от знакомого проверенного пасечника, который содержит пчел в экологически чистом районе. Теперь вы знаете, как выбрать самый натуральный мед. Хорошего дня!